однокомандитно начинает обороты развиваться в таком интересном направлении, как организация телемостов. Мы об этом говорили в нашей последней встрече. И вот эта идея, я думаю, сегодня реализовывается в жизни. И нам будет очень приятно, что мы представим вам наше народное русское творчество, средство на русском, на английском языке. Я думаю, что это еще больше вкатит наших учащихся в познание на русском языке нашего литературного искусства. Очень плохо слышно, только я могу понять, так как есть звуки, что-то является в произношении, может быть, мешает что-то. Я поняла все, я переведу им. Подождите только. Я уверена, что мне поздравила и пожелала одну встречу в новом проекту. Значит, то некий новый час, новый тип часа, как за них, так и за нас, или как за нас, так и за них, наверное. И радуюсь, что это, что мы отдали тому позыву. Да, заедно с ними имамо овакав час.